Ребятушки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушки Dungeon Siege, первая часть. И в прошлой серии мы доперли до каких-то лавовых подземелий. И, соответственно, как мне кажется, скоро у нас тут уже будет главный босс. Вот, и давайте, собственно говоря, к нему и пойдем. Ландшафты, конечно, огонь здесь, пипец, посмотрите, как классно сделана вот эта лава. А игра, черт знает, какого года это же еще. Посмотрите, как красиво, офигеть. Красотища! Так, пока нормально. Столько заклинаний уже нашли, жесть. Но использовать до сих пор еще не можем. Есть хорошее заклинание, 30% обратно отлетает. Ну вот мы на главбоссе ее колданем. Сейчас, наверное, пока бессмысленно это. Ой, боже мой, 13 тысяч целых. Там 3 миллиона еще лежит, идрю бату. Да, хомяк, конечно, с ума сходит внутри меня. Это возмутительно. Вот, когда пробирается за серию, блин, когда пробирается в тылы, все пипец, у нас тут устраивает геноцид, блин. Блин, прочитал, лосось-истребитель. Эпично звучит. Лосось-истребитель. Так, 21 тысяча. Это сильнее меня. Реально этих секов-то тут, блядь. Ну, норков, похоже, да? Керамический костюм? Одел и все, и бош стоит до конца своих дней, блин. Керамический костюм, блин. Фаянсовую еще назвали. О, какие-то эти, как крабы, блин. Блин, да чего вот эти мерзкие? Они бегают, хрен попадешь по ним. И бьют больно. Еще и ослов тут там не делит нас. Осел, брат, ты че вообще лунная походка даже фу. Че это было вообще, а? Видали, лунной походкой зашел в самую толпу, блин. Ты осел тролль какой-то, блин. Осел тролль. Так, грязное животное, блин. Можно, кстати говоря, попробовать стенку на 200... Нет, она, блин, уж нахрен много отнимает. Иди собирай, животное грязное. Все твое тут. Так. Погнали дальше. Гадский осел, блин. Ой, кто там? Духа стрелка призвать. Ну, такая, наверное, сей затея. О! Так, опять там лаву голем. Ну, в принципе, он не такая большая проблема для нас.
Блин, ветер, пипец, спасает. Ну все, за серия, держись. А тебе стан проходит, кстати, интересно? Я походу. Так, взять надо назад, сбегать, посмотреть, как там ослы. Да блин! Когда промахиваешься, они все бегут вперед. В самую толпу монстров. Гьорн, брат! Братан, у тебя там все хорошо? Братишка, ты что там? Полкарты решил загреть? Козел! Ну все, сел, сдал на. Пять осел помер. Блин, фига тут там метели. Короче, под конец игры что-то подставлять стали сильно. Падлы. Какие-то предатели, черт возьми. Надеюсь, на того не побегут. Ну чего? Так. Господи, боже ты мой, осел, что ты же ты творишь? Так. Фу. Так, вовремя. Блин, смотри, как быстро убили его. Блин, слушайте, это каменные недра, во! Огненные недра, в смысле, из Вовки. Блин, вот реально. Как нам этот червяка-то звали? Барон какой-то там. Реально, блин, пипец. Ну и что-то похоже стало. Какие-то огненные недра. Молтен Кор, блин. Барон Гнедон или как-то так? Гедон, Гедон. Так. По крайней мере, хотя бы линейность есть. Куда нас уже не посылают? Блин, красиво, а тут красиво, ничего не скажешь. Маги, давайте тоже подрубайтесь. Ух ты! Как-то... О, дракон там. Как-то резко, блин, они убивают нашего. Кстати, второй раз уже клинки пламени падают. Нахуй, посмотри, что такое. Кстати, разделить боль еще 30% надо будет уже кастануть. Так, пока паузу. Так. Наверное, у вас сложно, да? 1600, ни хрена себе, призывает, направляет на цель огненные клинки. Урон 1600, 52-й, правда, нужен, но а у нас там, у нас 43-й, а нет, 48-й. Ну, кстати говоря, не так, чтобы долго. Не так, чтобы долго. Ой, мы одеть можем. Давай сразу, наверное, поменяем тогда. Да, намного больше, отлично. Ладно, погнали. Дракон этого валить. Так ты чё? Ты чё, на мужиков-то нет сам. Не набросился. Так, ничего не взять, да? Блин, огненные недра, реально.
Давайте сюда. Так, тут какое-то разветвление пошло. Так. Да пойдем сейчас сходим направо, а потом. Все далеко что-то у нас. Так, ману пока нормально. Пока этот не загрелся. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь, да, у меня здесь просто да, не загрелся. Так, короче, чё со слом-то? Иди давай сюда, падла. Это кто-то дровчон далеко? Тихоня, ну точно, так, так и есть. Грязный Тихоня. Так. Ага, какой-то мостик. Блин, у меня уже каждый этот закуток кажется, что это Last Boss. Когда-то же он должен появиться. О боже, вот сейчас будет жесть. Вот это да. Охренеть. Охренеть. Так, в тылы. Тылы к нам кто-то забрался, какая-то крыса. Сейчас она умрет уже. Офигеть. Охренеть. До этого все было фигня. Вот это жопа. И мы держимся. Хорош! Офигенно, все, эти пошли рубить уже. Ну-ка давай теперь, да? Баночками подкинемся, чтобы наши маги покачались. Берем батон, вот это была жесть. Вот это было жестоко. Еле-еле вытянул. Фу, вот это да. Вот это было офигенно. Вот это было офигенно. Так, что-нибудь там есть? Вон, дракошка. Давай, иди сюда. Ты думал, скроешься от меня? Так, у нас на прокачка на 48, окей. Столько золота, блин. Столько золотища. Так, ну давай. Где ты там?
Так, тут какие-то развалины пошли разрушены. Это хорошо. Я помню, что это за серия стоит в каких-то развалинах. Хотя, да, может быть, во второй, я даже не помню. Я уже что-то путать стал. Первую и вторую. Вторую я немножко лучше помню, чем первую. Потому что играл в нее не так давно. Так, сейчас смысла уже, наверное, нет ничего собирать. Просто, наверное, тупо ломить вперед. Призыватель снова тролли от фигня. Потому что у нас уже ни места, и денег нет. Смысла нет никакого в этом абсолютно. Только тратить время. Воу! Ну замечательно, блин. Давай-ка вот этого. А вы вот этого. Иначе у нас сейчас дракон тут всех попалит. Так. Так, ну окей. Вроде как выжили. Давайте сейчас тогда перемотаю, чтобы эти быстренько резнулись и продолжим. Так, ну вот. За серия-то появилась. Встали. И пошли. Хорошо, бафы не пропадают, когда вот они не умирают, а именно вот так вот падают просто. Какая-то темень там, пипец. О, по мане хорошо. Ой, светло как стало. Так, тут какие-то два прохода. Ёба-жопа. Так, 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 ты куда, куда? Любят бросать, блин. Задние ряды. Так, нас туда нельзя, да? Окей. Ну, видимо, только вперед. Блин, ничего не видать. Во, вот такие в узких местах. Хорошо. Они хоть не проходят. Призвать? Опять какую-то шляпу. Призвать шляпу. Так, все, места у нас нет. Вот Мерик ты, не Мерик, а Мерин. Какой хрен ты вообще туда полез? Господи, боже мой. Блин, вот это да. Скелетного пса Крага, нифига. Так, ну это возьмем. Скелетных этих ваших псов. Ну, что-то похоже, сейчас начнется. Ну, по крайней мере, два фланга оба взяли, и хорошо. Нас хоть не атакуют. Когда танк атакует, ой. Вообще хорошо. Их легко хилить.
Так, у нас, кстати говоря, огненный дождь, может быть, подошел. По-моему, там 52-й нужен был. Надо посмотреть. Может быть, чем-то заменить получше. Так. Она не здесь. Нет. Во. Огненный дождь есть у нас, да? За 10 секунд 154, чего? Маны 14, я вам сколько длится? Длительность 14, дальность, да. Блин, на самом деле хрен его знает. Мы два раза его кастанем, у нас маны не будет, блин. Так что, наверное, его оставим. Вот клинки бы магии, да, вот это прикольная тема была бы. Но тоже. Пока нет у нас возможности. Где они там? Клинки магии, это где-то у меня было. Так, стена. Огненная стена. Жечь тело. На-на-на-на. Может, даже и не у нас он, кстати. Паука-мусорщика, металлические осколки адского кабана. Да, походу, ну, вообще в Осло где-то там. Во. 52-й. У нас... О! Ага, у нас... На 49. Хреново! Пока хреново. Так. Давай-ка сейчас мы тогда обычный этот ставим. Так, где он там? А, во, книгу надо. Так, ну и погнали. Блин, на самом деле можно не собирать тут. Потому что, блин. У нас уже денег миллион. Единственное, только какая-то вещь хорошая выпадет. Ну ладно. По привычке, так скажем. Ой, опять. Блин, вот эта мелочь, она пипец, набрасываться на магов. Слишком быстро, больно, уж бегают они. Так. Блин, надо будет... Давай так попробуем, может не загрим. Ууу. За серию, не знаю. Давайте. Какое-то проклятие. Надо, по-моему, слабое. Вот все вот эти вот навыки, которые замедляют, там еще какую-то шляпу, там вообще полностью бесполезны. В этом, в сфере применения, потому что у тебя просто два навыка. И надо каждый раз переключаться прямо из меню, ну, то есть из инвентаря. Это просто очень неудобно и, соответственно, бесполезно. Так что не абсолютно не играбельно. Так, чисто по фану, если. Но это жутко неудобно их менять. Так, на колечки посмотри, потому что колечки даже синие неплохие попадаются. Так. Что там за дракон? Превращение в тролля-колотильщик. Звучит многообещающе. Вот когда магу все надоело, мне кажется, реально, я уже говорил, наверное, сделали это, когда соло магом проходишь, когда там какие-то толстые паки надо убивать, вот, чтобы можно было превратиться в такую дрянь. Как-то завалить все это дело. Так, все, давай сюда. Ред. Так, окей.
Вот там какой-то супер загрень. Еще и загрень. Зверь маг. Он еще и светящийся. Ну все, хана. И мы в него огнем стреляем. Ну еще вообще урон не наносит. Мелкая дресня, которая тут бегает, в итоге больше от нее хлопот, чем от этого зверя магма. Так. Ну и чё там? Будет нет чего-нибудь? Ага. Походу. Так. Да, в смысле? Кто там, блин? Чё за... Падла-то, откуда там? Кто вообще? Да откуда ты взялся-то тут? Блин, вот говно. Иди давай собирай ослище. Так, все. Меняем обратно. Все, погнали. Так, сейчас тут что-то будет. Построение опять у нас не то, которое я ставил. А, может и не будет. Какие-то драконы пошли. Но! Конец близок. Нифига там, смотрите. Ну прям злое зло, прям, посмотрите, прям вообще. Концентрация зла просто. Вот урода вот это так прям. Вплотную встала к дракону и начала стрелять. Нормально вообще. Не стоится вот здесь-то. Какие они крепкие-то, ни хрена. Давайте-ка позырим, как в Думе, блин. Блин, реально ад какой-то. Офигеть. Ну прям зло такое, прям зло. Обычный какой-то там предводитель секов, блин. Вот прям какой-то супер демон его там выставляет, прям не знаю, кто и есть. Обычный шалопай. Но, вот тут уже такое. Мы идем к тебе за серия. Да, зараза, тут мелкий хрен попадешь, реально. Блин, жуть такая, столбы. Что за столбы? Зачем мы сделали? Зачем вот эти шипы? Это чтобы злее казаться. Сделайте мне злые столбы, чтобы я прям злой-призлой был. Чтобы вот сразу увидели вот эти столбы и сразу поняли, что я злой. Другого объяснения я так вот не вижу. Блин, еще и место есть, что-то под все пособирать, блин, под все. О, 50. Нам, блин. Нам 52, по-моему, надо.
По-моему, нам 52 надо. На какой-то навык хороший. Я не помню, на какой, правда. А, на клинки, на эти пламя. Или на какой там? 52, блин. Да долго еще. Да еще долго. Так, ну что, ладно, ребятушки, давайте, наверное, вот эту всю бригаду, наверное, и последнего босса тогда оставим на следующую серию. Вот, и эту закончим, потому что нам уже затягиваться начинает. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребятушки. Увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья, всем самого хорошего и всем пока.